морозная погода не стала помехой для собравшихся. Уважение к ветеранам, память об их подвиге – вот основа той большой работы, которая проводится в нашем городе по военно-патриотическому воспитанию молодежи. Очень много молодежи и, самое главное, школьников. Я не сомневаюсь, что из этих ребят вырастут настоящие защитники Отечества и патриоты нашей Родины. Напчане должны знать, почему в нашу улицу Владимирская, Терская, это казачьи полки, которые именно казачьих полков. Улица Самбурова, Ивана Голубца, героев Великой Отечественной войны. Поэтому вот старт этой работы дан. Чтобы было на кого равняться, чтобы, ну, знали, не забывали и не допускали то, что проходит сейчас в братской Украине, когда молодежь начинает понимать историю по-своему. Торжественный старт месячнику оборонно-массовой и военно-патриотической работы дан. В течение ближайших недель в его рамках пройдут уроки мужества, круглые столы, экскурсии и походы по местам боевой славы, военно-спортивные соревнования, смотр-конкурс на лучшую организацию работы почетных караулов на посту номер один. Также в его программе муниципальный этап краевого фестиваля героико-патриотической песни «Пою мое отечество», всероссийский молодежный исторический квест «Сталинградская битва», экскурсии по комнате боевой славы Института береговой охраны, выставки экспонатов Великой Отечественной войны, встречи с ветеранами, посещение исторических мест, мемориалов и многие другие мероприятия.